Знахтили кашета базунга утна бастер савгат саутима комкома эфир информацион равагдабун студии габарата Ирина. Райдян олцебертай равагда сайрагдар тематал. Игау я хайбаверт на республика Ирайраста коттагма. Президент Библта Анатолий Схорзахчин коттаг габарата Вадима. Сфаев тахоздер дам пацахадон статистикон управления архайде. Журналисты фарстетен зоппа телеверта табалта инал. Амзавгатай чифа зуры удом берегбун. Нацо музей банасанкоттой поэзии берегбун. Библ Анатолий Фимбалт Хинвал город администрации Цурсарен Камисовен Ктиме Кецете Кусен Сарен Хазерте Байваранл. Рады Левджетей президент Мечиба Хате Дбудунен Ма Ноджудери Ухат Бамбарен Кутто и Камиса Кустета Хей Зерге Хазерте Фцаграде Дер Леверт Севен Хинвал Серджетен. У Мейвал Дайма Сецарде Ваверте Раварехтер Кененет Хей Энемен Кавегу Цецарен Ватсенис Уэй Гурете Фунд Мераттен. Весефатирте Дер Уэрстер Севзесте Кема Эмбеле Вудунен. Игау я хайбаверт на республике Райраста Коттагме. Президент Библ Анатолий Федебестеун Хесте Хусари Растуна Адаме Валахизилда Сазаса Хесте Цитен. Майданай Схурзахчин Кута Хусари Растуна Адамун Савете. Дуунам Арсите депутат Габерат Вадиме. Церемонию Днейс Энкуртер. Здравствуйте. Извините, что неожиданно. Вы, конечно, смущены. Почему? Ну, неожиданно как-то Кабарат Вадиму Хусари Ристуны Пацахадиуэгады срестме Стрхайбавер Чибахаста ведуней сейю. Михаядиста эппет историан саутадар кацата комкомадар бастудесты республикой хэдбардзинад. Ама территориалун анакантинад бақаққанына каттактима. Хорзахраттыны барамындыл президенте кухпафыста в Россия Федерации Хусари Ристуны хэдбардзинад банамадыл тасазы сыххастыцытан аме абун бабарак кутта яхадзарым. Я тебя уважаю. Я тебя люблю. И не только я. Ты много сделал для Осетии нашей родной. Вот. Ты участвовал во многих переговорных процессах. Защищал свою родную землю. Я подписал указ о награждении. Указ президента Республики Южная Осетия. Наградить медалью во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии депутата Юго-Осетинского областного совета народных депутатов 20-го созыва Габараева Вадима Илёзовича. Я еще в августе это подписал, еще с прошлого года. Да. Я не хотел кому-то передавать, я хотел сам. Я уже этот секрет знаю. Спасибо за службу Родине. Кабарат Вадим дар бузнаджиных астазахта на пацахады сағлаваган. Хитсавады ярхайдан ахам стырархкай скутта витыхай. Банысан канын кауи ама Кабарат Вадим хитсан астыка куста барнум бінатты. Фастаграстаджа куста схинвалы гурат администрации сағлавагай. Нртакусы на республикай арастад архитектуры ама царан коммуналу хазарады министры хадидагай. Четко Терегина Тедет Роза Кусрата Тамирлан информацион равахт. Абун. Украина президент Петр Порошенко и Бараман Магаска Донецкая Луганская демон республика те эвзерстетеца старжета кейудесте, уйта хай санкции та бакундерсед на президент администрации Сарглава Кузата Игорь, парламенте Сердар Хадивек Тедит Руслан, депутат та Тедит Бахва Мацутита Игорь, ама президента Ахосгене Газат Давид Нахме. На телеканалан интервью дадге Газат Давид Банасанкутта зарга Украина президентен уйу хиставен хаттак эвзерстет раз. Санкции они направлены для того, чтобы как-то нанести ущерб людям или физическим лицам, но в данном случае против ряда политиков и депутатов, которые были введены санкции, ни у кого из них нет ни счетов на Украине, они не ведут никакой хозяйственной, коммерческой деятельности, никакого бизнеса на Украине у них нет. Другими словами, у них нет необходимости там оставаться, ни ездить, ни абсолютно ничем там заниматься. То есть никаких последствий эти санкции не влекут. Политикам на Украине стоит заниматься, наоборот, какой-то позитивной и конструктивной политикой, нежели стравливать людей.
Дартаркенем информацион рауахт. Инцидент тема Аруазен, МСА Юварскенен механизм, Тефелгетте Радун Фимбалден Хассет, Гурдзестун имена Пацахадун Арену Аверел, Асерестеджа Аренел Ахизен режим Фихалтой, Гурдзестуна Астенбестаджа. На президента Хесбарджен Хадиве Коцте Гурбана Санкута, Заргетер Хунцет, Херзауден Хурс, Хускердек Судзене, Дун Хересистема Амендер Фарстетл. Банхестерестеджа Гурдзестуйнак журналисте Аккак Зопетерайстой сапровокацион Фарстетен. Бунфетке Ахшчак Фарстетайсей на бесте территории мефестагресте же фунсте хагапарате кей эрбатахтвей. Одним из основных вопросов, который был на обсуждении, это вопрос пролета беспилотных летательных аппаратов в районе города Гвайса. На сей раз было зафиксировано два дня, это 23 и 24 февраля. Оба раза нашу границу нарушали беспилотные аппараты типа квадрокоптер в количестве 5 штук. Это вызвало определенное удивление. 5 аппаратов пересекли границу, долетели до города Квайса. Один из них провисел достаточно долгое время на высоте около 200 метров над населенным пунктом Хсерджен. Вот. После этого все аппараты вернулись опять на территорию Грузии в направлении населенного пункта Ири. Нарушений госграницы было зафиксировано 7, насколько я помню, а задержанных было 8. Вот. Один раз задерживалось 2 человека, и все остальные по одному человеку, все остальные разы. Все они были оштрафованы судом и выдворены за пределы Республики Южная Осетия. Амгуст Кенен Саверасяк коллега Тима Базар Тамгаска Хас Саве Юмяг Мазалтен Вестер. Стей кушчете квалификации Фаберзун Теркенен МСА Архайда Эндереверсак Ивен Зинеттел. Арзерта Пацахадун статистика и управление Сархлавек Тбалтинал. Уйма Зуапетала Верта информация Мемахура Пацахадун комитета Сардар Кутайте Мария Эндер Фарстетендер брифинг Рестеджа. Афельдер Эмерау Рехтер в Республике статистике Пацахатун управлении Эренберт Гунт информации Банасангута Видан Свей Кухтере Кенектабилте Инал информационный агентат Спутника пресс-центре. Войкут Захтав Темай информации Эмберт Кенен Мехенцене Техей Пайда Кенен Райдеттой Кусене Фензай Нукхозей Видан Свейен Уэй Ухурс Уаттаг Элдайдерта Сархайде Нукхостекей Фафельдер Кененц Уэй Хенцкея. За последние годы, за последние 6-7 лет, это еще начиналась эта работа, надо сказать честно, до того, как я стал работать в управлении государственной статистики, мы ввели в работу более 50 новых форм статистической отчетности. Это довольно значительно. Эти формы отражают абсолютно всю, детально всю информацию, которую мы можем на сегодняшний день получить. Они соответствуют абсолютно всем международным современным нормам и стандартам. И эта работа, она не прекращается. То есть это регулярная работа. С каждым годом мы вводим все несколько новых, хотя бы несколько новых форм, в каждом году вводим в эксплуатацию. Управление КСТФДС ДХНТСАИУ статистику нзердот саразен. Нерун кэт бэлвэрт гэнэн тэцэдэсты ю брошуре. Вэднэрта уахцэнц фэлдэр амэварэхтэр гурахстэй. Бэлвэрт гэнэн тэ эмбэрт гэнэн нэсонэн уэрдэм хастэрцэд сайрак информаций фэстак зэппар азэн. Сараз бэцэдэ гуттаж схэн вайлак статистэ эмгэст гэнэнц саварас я коллега тимэдэр. Бафэскэ базэртэм гэскэ ахэсцэ у имяг мазэлтэнэ вэст. Вэдонэ мэцэ кушэдэ квалификаций фэбэрзун тэркэнэн эмэсэ кэстэ нугзинэтэл. У нас была довольно представительная делегация из Росстата. Мы обсуждали много вопросов с ними. Были вопросы, которые уже сегодня дальше находят свое продолжение в нашей работе. У нас с ними подписан договор о сотрудничестве. Не просто договор о сотрудничестве. У нас с ними есть план совместных мероприятий, которые неукоснительно соблюдаются и российской стороной. 16 по 19 мая опять будут совместные мероприятия будут в городе Кисловодске, куда приглашены наши
сотрудники. Опять же будут обсуждаться вопросы, которые для нас архиважны сегодня. И северо-осетинские наши братья, они всегда нам на практике помогают, чтобы нам легче было начать. Это продолжаются уже не первый, не второй, даже не третий год. Они постоянно рядом, постоянно помогают, за что им отдельная огромная благодарность. С нашими абхазскими коллегами мы в контакте. Хотим сейчас выйти с некоторыми предложениями к абхазам, нашим коллегам, об которых я вам расскажу, наверное, позже. Статистика по заходу на управление НРР растет курсы до надоймаджа. В итоге бирата амкусен сбира растаджа. Стеса косты даснета. Фалаведомство и сарглава к тебе инал на хастам гаскасен кушата на мацфак нау. Нартака управление фандканец хитам базайректа архтефадал хэгдман угдзинат табахастен. Автама костцава управление официалун сайт баканен фадалдар. Тебе Тельвира Куцит Александр информацию ровахт абун. Эрзертуйен я сардеме зуна дунархай дефедел. Зингунд ахургунд философун зунетте доктор эхсена дунархай эксахурбате зилим райгурдел. Немец фунза засахесте цетен зуна диртасен институте вагдерцет зуна дун конференции. Ранхас кенджете докладтем цмедисай байкоста на ватсхасе кокуйтан жиладер. Схорбата зелим, ванита захара, номал хусари рестона зона диртасан института серглава гайфа коста ми фара седа хсайдека гамазе ми фара седа эвдай эстемазме. Мин фара седа фензе фара стемазе ми фара седа эвдай фензе мазме та коста хусари рестона педагогон институт директорей. Мазал мэр бамбар дэсте зона диртасан института кушчета. Удон даглатте бакас дэсте философ зона дон коста тефедел. Историк дзугате коста я дагладе лэмбене герцерта схорбата зелим кост эмбэстак ахургон патриот тефедел. Эмэ радзырта ахур гунда тэхэйэмэ синэкта. Умэн эмэ вах сунгэб дзэли мэнэ хиймэ. Я зона дун кустэта зэнгон тахур гунд бирэ фэставарэй сэймэ хусэри рэстонэ баивэ ахшчак дзинадыл. Зелим Павлович содержательно рассматривает социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в Осетии второй половины XIX века и, конечно, проводит это рассмотрение с позиции классового анализа. В то время это было, с одной стороны, обязательным условием, как помнят старшие товарищи. Но, с другой стороны, позвольте все-таки подчеркнуть, что это была и остается эффективная методология все-таки. Никто не отменяет и не может отменить до тех пор, пока не отменится капитализм в целом, существование. Научное его наследие значительно и актуально. Оставил он по себе добрую память, и, наверное, одно из доказательств этому вот наша с вами сегодняшняя встреча, которую мы проводим, помня его и чествуя. Философ он зонетте доктор профессор Схорбата Зелим диммецецестен гасэй кастуи фадыл даклад бакаст хусари рэсуна пацахадун университет философии амэ культурологии кафедрэй хистэра хорганэк Хобиата Соня. Вэй бастон анализы скотта зэнгон философы цестен гасэн. Я хорошо помню его работы, поскольку свою дипломную работу в Ленинградском университете я посвятила становлению и утверждению массового атеизма в Южной Осетии. И тогда мне пришлось приехать в Южную Осетию, и вот в этом научном институте я пользовалась теми работами, которые были написаны всеми философами, мыслителями, осетинами, которые занимались вопросами религии. Залово дахамадай мэктэкэц тазунгэв дэстэц хорбата зелими мэ амэв дунгар махасти мэ арэмэ сэдэсты ема кускэц рэстэ гарвэстой вэй. Зелим Павлович, это было характерно для всех этих, для всего поколения. Она собрала философа и фала, я не тунил, и он. Схорбата зелим а дуня хитца ми фараста да навец фараста мазам. Ва маньяцар ду тамэн калга ирт амэ кадаккак. Я зона дун кусте тэсты мидишчин амэ актуалун. Амэ сахур кэнзэсты наабуны амэ сумбуны фалтэртэм. Кокойте Анжела Гасита Арсен информацион равахтабун. Басатеку той инсценировката, разыр той амзавгата. Абуны пэттуни нысансавы поэзии бун. Амэна республикай дар хорс традиции сис, арвэлаздар, асы бэрэк бумба нысанкэнэн. Умэгэска нацио музея вахт сэвэг мазалмэ, сэхи хорс басатеку той эртэкак скулай ахрзавтэ. Бэрэк бумба хондэрсэдэсты поэзии варждэта, амэ бирэсэнд кундадам, сэхсэн нэйсэн гурдэр.
Хусари рестона национального музея Агдерцет Мацала хамноми ме авзисте нусе поэзи. Уем хая драйстой гора тртакагам школа ахорганинекте. Коттаджи организатора школа врасага взагаме литература ахорганек бекойт майя кутбана санкотта умегаске. Авзисте нусе фешчете цард энсон аме хуметек невед. Аме са Мацала базар хайтой ведет тарав дисенел. Как мы знаем, литература, оно как космос, оно не опятно. И вы сегодня вместе с нами прикоснетесь, казалось бы, к небольшому фрагменту литературы, это к поэзии Серебряного века. Как мы знаем, судьбы поэтов Серебряного века, они сложились не очень-то просто. И сегодня мы вам покажем, а скорее прочитаем стихотворение поэтов Серебряного века. Ахорганинек табацар хайтой авзисте нусе поэтте цардрав дисенел кастестесен семзавга тавадер астегл бацатта кодой чесел инсценируф кадер. Остановив болотной топи, коня, неистово воскок, он повернул лицом к Европе, Русь, что смотрела на восток. Вдали поля, поля России, усталый труд, глухая лень, все те же нивы вековые, все тех же скудных деревень. Поэзия цагдару адай магады иуэл гениалун дар антисты тайсайу. Дагуд тамзав геренка тайзаган дуния кудым барыс вириф мэйрав дисен. Фидян бэллицта амайв гудмэсэн. Вэцэ юрэстэджи Милан адай магмэсидэн. Амэма вэцэ рэстэджи иу нэгэй дар баздайн. Ацэ гудтагия бон вэрмэс дар адай маг кэр гуды кудта вэдуна иуэл рэссух дар айвад поэзиян. Мазала хая драйсту русэ друни чисвай минаварады сэрглавэк Сергей Скворцов. Хусари рэсту нварэси федераци минавараду на фэганэк Сергей Манько. Музей кушета, школа та хорганинекте амендер вожите. То, что вы сейчас сделали, это показывает только еще раз, насколько все-таки едина культура бывшего Советского Союза, насколько едина теперь культура теперешней России и теперешней Южной Осетии. Спасибо вам за это. Всегда помнить, что мы не просто на словах вместе. У нас культура одна, а если у народов одна культура, это значит, им нужно жить вместе. Мазалов Хавуд Национального музея директор Засета Мираб, а мой организатор Бекойт Майя Багастеста Сахифестем Завгете. Улетели юности восторги, грустно разбрелись мечты. Дождь бродяга, задумчивый магистр, не пускает одиноко нас простить. Звездой путеводной над миром сияет величие воспевший кавказских вершин, чарующий Пушкина слог принимает, возносит не красный стих, а сетин. Зынгонт ама гениалум поэт Суавынал Кайбун нау, уэзин куттагу фаламахиал чидар фалвард дая царды и ухатваттар амзав ганыф фэссэнэл. Умэн ама дамэн сафыл дар кутфэнды цэстэйня кэсэнс вудэр ас сухтар ангарантам. Кэцтэ саразангард кэнэнс фэссэнгар сисэмэ ама гэхэттэл фэцэк поэти кунрэнгэ тэнэф фэссэмэ. Кокойты Анжела бэйтэты алим информацун равагдабун. Ма карумбэтэ нэ базунгэ кэнзэстэм дунэртэкэгэ марты нэ бэстэй бунэгэдэ бэрэк кэнэнтимэ. Знаур районы дзэнис асэс бунэгэд кэв дауэл дэ фэкэрмаад бунэйхсэ зэхсэв ю градус вазал. Асэс бунэгэд у дзэнис заур районы дэр кэв да, вэл дэ фэкэрмаад бунэйфон зэхсэв 0 градус. Ахэм бунэгэд у дзэнис куайсай дэр вэл дэ фэкэрмаад бунэйфон зэхсэв ю градус вазал. Ленингур районы дар асэс бунгат кэвдавэлдэ фэгэрмад бунэяв дэхсэвэ ю градус. Асэс бунгат дзэнисны республикай столица Цхинвалы дар кэвдавэлдэ фэгэрмад бунэяв дэхсэвэ 0 градус. Ахамедестэнэ информацион службэ басэттэ гундырмэджэ тэ албундэр нэ сардэ вазэт хурс хабэртэфэт. Мал нэрадун фимбалдмэ эфирэ.